Я тебя искал повсюду, ты пришла ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Как ты думаешь, Фин, Нюше понравится? Я, натюрлих! Как такой может не понравиться? Знаешь, Пин, ты... Что-что? Извини, дружище, я плохо слышал из-за большой шум! Эти стихи я написал для Нюши. Ну, как? Сейчас посмотрим. А кто сейчас не занят-то? О, Нюша, Нюша, Нюша! Ну, что сказать? О, боже! Как ты сказал? О, я так рад, что тебе понравилось мое стихотворение, но вот послушай следующее. Гораздо лучше. Вот, так будет лучше. Так вот, волшебница. Вы чего тут толпитесь? Что-то в этом году Копатыч долго не просыпается. Мы волноваться? А чего тут волноваться? Как затопляет камыши волнение после шторма. Ушли на дно его души ее черты и формы. Не советую. Если меня будет, когда я еще не выспалась, так я потом целый день на ходу досыпаю. А Копатыч, наверное, целый год досыпать придется. Естественно, он же мужчина. А чего это у вас тут за собрание? Бараш, а ты откуда взялся? Копатыч до сих пор не проснулся. Мы волнуемся, не случилось ли чего-нибудь. Да, ничего с ним не случилось страшного, особенно. Копатыч, уже есть лето. Нюша. Найн, я есть Пин. С добрым утром, Копатыч. Копатыч, ты чего с просонок огородами ошибся? Так я, понимаешь, шел мимо. Дай, думаю, розу посажу. Это чтоб Нюше красиво, значит, было. Копатыч, это моя прерогатива — делать Нюше красиво. И не любит она розы вовсе. Неудобно как-то получилось. Как ты думаешь, Нюша рассердится? Ладно уж, прикрою тебя. Может, на меня и не рассердится. Давай лопату, прячься. Спасибо, бараш. Спасибо, дружище. У меня есть сердце, а у сердца песня. Какая прелесть! А я тут шел, понимаешь, мимо. Дай, думаю, розу посажу. Потрясающе. Карыч, а правду говорят, что во сне можно, например, иностранные языки учить? Вот будто бы ты спишь, а тебе про все рассказывают. А потом ты просыпаешься и все-все помнишь. Ну, иногда такая штука срабатывает. А почему ты спрашиваешь? Да так,
Вот, думаю, не наслушался ли Копатыч во сне каких-нибудь глупостей. Копатыч, мне надоело тебя прикрывать. Вот возьму и скажу Нюше про твои на старости лет шалости. Что ты, бараш, не надо! Я, понимаешь, сам удивляюсь. Что за ерундовина? Что не возьму сделать? Все получается, Нюша. Ничего другое у меня не выходит. А ты попробуй. Ну, Копатыч, это в последний раз я за тебя отдуваюсь. В последний раз? А у песни тайна, тайна это ты. Бараш, ну ты даешь. Анюша, да так, пустяки. Вдохновение нечаянно нагрянуло. В этом году золотую медаль международной выставки земледельца получил Копатыч со своими новыми грушами Нюшес. Копатыч, традиционно первый вопрос. Как вам удалось вывести такие вкусные груши? Я вывел эти груши в честь одной прекрасной дамы. Она в последнее время сильно вдохновляла меня. Копатыч, скажите нашим радиослушателям пару слов о своей победе. Эту победу я посвящаю несравненной Нюше. О, Нюша, о, my pleasure, Нюша. О, Нюша, my love, тебе за Нюшес. Копатыч! Ты уже спишь, что ли? Я же должна тебе сказать спасибо! И вообще... Нюша пропала. Осталось только вот это. Вон там еще одна. Сделай же что-нибудь. В этом случае медицина бессильна. Она просто спит. Это что, заразно? Как тебе сказать? Нюша, наверное, как приемник настроилась на волну Копатыча. А когда он заснул, она тоже заснула вместе с ним. Наверное, она стала немножечко медведь. Ух ты! Теперь у нас будет три медведя. Да не расстраивайся ты так, бараш. Вот увидишь, весной они оба проснутся. И что, совсем ничего нельзя сделать? Ну, почитаем книжку на ночь. Вредители – одна из главных проблем, с которой неизбежно сталкиваются все огородники и садоводы. Вот о чем надо думать порядочному садоводу. Так, это на какой-то это странице. А, вот. Вырождены меня терзать, и речью ласково-холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять, и тем, что жребий проклинать я поневоле должен с вами, за тем, что глупо мне молчать и тяжело играть словами, вырождены меня терзать.
А чего ты еще не одет? Я не пойду. Это еще почему? Я наказан. Чего? Ну ты сам посуди. Я должен был вчера расчистить дорожки от снега. Должен. Я расчистил? Нет. Я должен был перестать есть сладкое в таких количествах. А что я сделал? А уборка? Ты посмотри вокруг. Когда я убирался дома в последний раз? Сколько еще это можно терпеть? Ни у кого терпения не хватит. Ни у кого, ежик. А кто тебя наказал-то? Я сам себя наказал. Сам. Я подчинюсь. Потому что я знаю, что меня наказали из любви ко мне. А ты не мог бы наказать себя после того, как мы покатаемся? Ты, конечно, хитро придумал. Но не будем торговаться. Я очень серьезно взялся за себя. Забыл. А что ты меня не позвал? Я тоже бы с тобой побегал. Ёжик, ты не заслуживаешь таких мучений. Ты же ни в чем не виноват. Ты же вчера не провалялся на кровати весь день вместо уборки. А теперь что ты натворил? Я сфилонил утром. Должен был пробежать 20 кругов, а пробежал только 14. Как я понимаю, это никогда не кончится. Ты думаешь, что я безнадежен, да? Я думаю, что ты заставляешь себя делать то, что ты не можешь выполнить. Ты прав, ежик. Ты абсолютно прав. И за это я заслуживаю еще большего наказания. Буду стоять, подняв руки. Ёжик! Ёжик! Спаси меня! Я больше не могу! Я не могу так больше! Я слабое существо! Я такой несчастный! Я оставил себя без ужина и запретил играть в железную дорогу! Это же невыносимо жестоко! С этим надо что-то делать! Мне так себя жалко! Я такой безжалостный! Ёжик! Спаси меня от самого себя! А почему бы тебе не простить себя? Точно! Я прощу самого себя! Прощение — это очень хорошо! Только сильные умеют прощать! Ты такой умный, ежик! Спасибо, ой, спасибо! Ёжик, ёжик, неужели ты еще спишь? Такое чудесное утро, а ты валяешься в кровати. Вставай, вставай, поедем кататься. Ты не представляешь, как стало хорошо, когда я простил себя. Как гора с плеч свалилась. Потому что виноватым быть очень трудно. Только и делаешь, что мучаешь себя. Мучаешь, мучаешь. А когда самому не в моготу становится, то ищешь виноватых вокруг. То снег слишком холодный, то вода слишком мокрая, то утро слишком раннее. А когда прощаешь себя, то и снег прощаешь, и воду, и утро, и все на свете. Ты тогда правильно сказал, что все от того, что мы слишком много берем на себя. Представляешь, договорились бы мы с утра пойти кататься, а я бы проспал и был бы виноват. А так никто никому ничего не обещал, и у нас с тобой все хорошо. Ёжик? Ёжик? Ёжик! Нет, ёжик, в жизни справедливости. Только простил себя и на тебе. Чуть тебя не угробил. Ты добрый. Ты меня, конечно, простишь. А вот я себя никогда...
Нет мне теперь прощения. Хотя нет, сделаю 30 кругов, очищу весь снег, не буду спать 3 дня и простою в углу неделю без всяких игр. Тогда, может быть, прощу. А я тут что, один буду? Получается, что наказанным опять буду я. Что же делать? Развлекать меня. Фокус показать? Давай. Смотри, берем 2 одинаковые полоски ткани. Что? Что-то не так? Ты порвал мой самый любимый шарф. О, горе мне, горе! 35 кругов! Не спать и не есть 3 дня! В углу 3 недели! И никакого сладкого до самой смерти! Считать, что ты сделала конфетти. Не будем. Это должна была быть снежинка, как у тебя. Может быть, твоя снежинка не хотела быть похожей на мою? Хотела. Я свою снежинку лучше знаю. Я ведь тоже хотела бы быть похожей на тебя. На меня? А что во мне такого особенного? Как будто ты не знаешь. Ты просто идеальная. Вот как такой стать, а? Даже не знаю. Наверное, я просто родилась идеально. Идеально. Так, так. Отличный кадр. Но чего-то не хватает. Ай, ничего. Сейчас исправим. Так, натура в порядке. Так, не то. Опять не то. Вот оно. Приступим. Добрый вечер! С вами специальный корреспондент Иго Гоша. Я веду свой репортаж из глубинки, где мы познакомимся с местными традициями празднования Нового года. Эй, гражданочка, что это вы тут устраиваете? У нас не зоопарк, между прочим. О, а вот и местные жители. Расскажите, какие новогодние традиции сложились в вашей очаровательной глубинке? Ой. А я знаю, кто знает про традиции. Новогодние традиции? Да вроде и нет никаких. А я говорила, у нас тут не зоопарк. Давайте напрягитесь, не позорьте глубинку. Ну мы это, в снежки играем, вот. Снежки, как это мило. Давно забытая игра в больших городах. Мощно. Телескоп, как следует из его названия, прибор для изучения телесных небес. Простите, вернее, небесных телес. То есть тел. А по-новогоднему ничего нет? Какое чистое небо! Никогда не видела полярную звезду такой яркой. Просто фантастика. Разжигаем огромный костер, гигантский, и под переливы бубна вводим хороводы. Самые смелые и отчаянные потом прыгают через костер. И некоторым даже удается. Да, но это только если ты чист душой и не наломал дров в уходящем году. А какая замечательная традиция. Правда, немного напоминает обряд на Ивана Купала. Скорее всего, оттуда он и был позаимствован вашими предками. Ну, разумеется, нашими предками. Всезнайка тоже мне. Так почти всегда бывает. Мир как будто засыпает. Засыпает первый снег. Снег! Хорошо, ребята! Снег! И что, нас всех теперь по телевизору покажут? Конечно. Вот здорово! Я бы тоже хотела быть телезвездой, как ты. Так что же мешает? Ты думаешь, у меня получится? Почему нет? Спасибо! Ты просто идеальная! Панди, мы же не успели украсить елку! Хочешь, я научу тебя вырезать красивые снежинки?
Но мне надо помочь Агогоше. До эфира осталось всего ничего. А как же наша елка? А давай ты сама ее доукрашиваешь. Но... У тебя все равно это лучше получается. Бумажные снежинки. Какая трогательная традиция. Надо обязательно включить это в наш репортаж. Только бы не забыть. Я даже не подозревал, как это приятно, когда у тебя берут интервью. Признаюсь, коллега, я тоже с нетерпением жду этого новогоднего эфира. Может, еще ничего и не будет. Вдруг у этой вашей Игогоши еще ничего и не получится. О, Нюша, можешь не переживать. Игогоша – репортер от Бога. Да, она просто идеальна. Лосяш, вы надкусили праздничную гирлянду. Не беда, экономный вы мой. У Игогоши запасов хватит на всех. Как с ума все посходили со своей-то Игогошей. Видали, мы и поидеальней. И вообще, сняла свои глупые традиции, так уезжай. Панди! И я так нечестно! Ой, идеально! Берегись! Посмотрим, что вы скажете, когда ваша замечательная Игогоша потеряет свою камеру. Идеальная растяпа! Ой. О, привет! А я тут решила купание в проруби поснимать для Игогоши. Правда, замечательная традиция? Неправда. А я еще хотела быть такой же, как ты. Это не то, что ты думаешь. Я правда собиралась понырять. Вот, посмотри. Да уж, и как-то совсем не идеально получилось. Ты куда ты собралась с утра пораньше? А как же репортаж, традиции? Не будет никакого репортажа, потому что я самая глупая журналистка на свете! Вот еще новости. Я забыла нажать кнопку записи в камере и ничего не сняла. И уже ничего не успею к эфиру. Вот так. У меня никогда ничего не получалось. Поэтому меня и послали на самое неинтересное и простое задание. Но я и тут всех подвела. Жалкая неудачница. Да нет, ты же это репортер от Бога, просто идеальная. Как видишь, я совсем не такая. А я ведь вся обзавидовалась из-за тебя. Ты же такая классная. Так было обидно, что кто-то лучше меня. И так тебе хотелось твоим же микрофоном по лбу дать. Спасибо. В смысле, за искренность. А не за то, что микрофоном греть хотела. А знаешь что? Пусть мы обе и не само совершенство, но если объединить все наши плюсы, на одну идеальную журналистку должно хватить. Ты это к чему? Пусть время торопится, повременим, спешить вслед за ним. Это дело не наше. Нарядные дни и бесцветные дни смешались в одну разноцветную кашу. На белом листочке пустом возник нарисованный дом. И мы с этих пор в доме том проживаем, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Тик-так, как-то вот так и рождается чудо. Спешит электричество по проводам, боясь опоздать на свидание с эфиром. Скрипит карандаш и мерцает экран, и шарик смешной улыбается миру. Растет нарисованный дом. Кто знает, что будет потом? Пока на листочке мы все поместились, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Так,
вот так и рождается чудо. Вот такие у нас глубинки новогодние традиции. С Новым годом! С Новым годом! Ура! С новым счастьем! А где Фанди? Стрелки часов отмеряют минуты. Новый год. Как-то вот так и рождается чудо. Криво! Нет, друзья, так не пойдет. Звезда — это же стержень праздника. Апогей! Тут халтура недопустима. Лучше вообще без этого пофигея. И снова криво. Какая красота! Да, могут парни созидать, могут. Не без надлежащего руководства, разумеется. А елочка — это, конечно, хорошо. А какие будут развлечения? Фейерверк, фанты и обмен подарками. Как-то все это слишком традиционно. А не провести ли нам новогодний конкурс талантов? Прекрасная идея, не так ли, друзья? Так и знала, что вам понравится! Мальчики смогут наделать афиш для конкурса и построить открытую сцену прямо здесь! А конкурс мы назовем «Международный». Уже разбираете или только складываете? Складываем. Строим, в смысле, сцену. Значит, не опоздала я. Вот, приглашение мое на конкурс местный, международный. А звать меня Шуша. Кушайте, кушайте. Тут все свое, с огорода. Маменька еще осенью засолила. А я бы тут подумала. Главный приз хорошо бы стразиками украсить. Розовыми, например. А это кто? Шуша меня звать. На конкурс приехала местный. На конкурс? Вы тут кого за моей спиной пригрели? Никто меня не пригревал. Я песню исполнять буду. Песню, значит. Ну-ну. О чем вы только думали? Бедняжка приехала на международный конкурс. И что она тут увидит? Полтора зрителя в зале. А откуда, кстати, эта Шуша? А, из Шушуйска или Шушенского. Говорит, приехала столицу покорять. Молодцы! Обманули наивную девушку, пустили пыль в глаза. Как она теперь сможет хоть кому-то поверить? Выход, конечно, есть. Устроим прослушивание, а потом скажем, что данные, безусловно, неплохие, но следует еще поучиться. Не волнуйтесь, голубушка, это всего лишь прослушивание. Да. А что мне дергаться-то? Вот на ты. Попробую сыграть. К нам зима пришла.
Ну что? Данные неплохие, но, боюсь, для международных конкурсов пока рановато. Обойдусь и без ваших конкурсов, и без ваших призов. За разиками. Со стразиками! Не хотите и не надо. Нам больше достанется. Ну что такое? Ну почему никто не верит Жушу? Даже маменька говорит, что мне ничего не светит. Только шипеть да под фонограмму извиваться. Я даже песню написала. Сама? А я ж просто петь хочу. Мне и призы не нужны. Шушу, Шуша, подожди. Если так хочешь, так и быть. Можешь выступить. Только вне конкурса. Правда? Ой, спасибо, родненькие мои. Надо бы тебе позаниматься. Бараш поработает над твоим текстом, а Карыч с тобой позанимается вокалом. Ага, я буду стараться. Честно. Думаю, ни у кого не остается сомнений. Сегодняшняя победительница — Нюша! Ой, как это неожиданно. Я даже не знаю, как сказать. Спасибо вам за ваш верный выбор. А теперь поприветствуем наше юное дарование, выступающее вне конкурса. Дамы и господа, Шуша! Шепчет, опадая поздняя листва. Старый ветер ищет свой ночлег. Так почти всегда бывает, мир как будто засыпает, засыпает первый В общем, вот.
Поздравляю победительницу! Ой, так я ж вроде это, вне конкурса. Это ж твой приз. Держи, пока я не передумала. Давай, фейерверк. Кстати, с Новым годом! Ага, с новым счастьем! В том забеге принимали участие только самые лучшие спортсмены. Элита лыжного спорта. А погода была, прям скажу, ужасная. Ветер, град, лыжню с трех шагов не разглядеть. Бежала, бежала из последних сил. И вот, наконец, вышла на финишную прямую и... Все кричат «Браво! Браво!» И мне вручают этот кубок. А, это же... Здорово! Жаль, что от него табличка потерялась. А думаешь, табличка? Ну, потерялась и потерялась, в конце концов. Нашел! Пропавшую табличку от кубка! Тут и надпись есть. Савунье за почетное четвертое... Четвертое место. Ой, вот спасибо. А я-то думала, куда она могла подеваться. Но ты никогда не говорила, что заняла только четвертое место. Но я и не говорила, что заняла первое. Сказать по правде, я вообще ни разу не занимала первое место. Главное же не победа, а участие. Очень верно подмечено. По крайней мере, в моем случае. А разве за четвертое место вообще вручают кубок? Бараш. Там вышла путаница, сделали четыре кубка вместо трех. Вот мне и перепало. Ну, я думал... Все, нам пора. Пока-пока. Да, друзья, наломали вы дров. Тема деликатная, а вы с размаху, да по больной мозоли. Это все бараш. Четвертое место. Сам бы сначала хоть десятое занял. Да, ситуация критическая, но выход есть. Ух, раз, два, раз, два. А, и так, отлично. А, ух, хорошо. Отцвели уже давно хризантемы в саду. А любовь все живет, все живет. Все на лыжный забег. Мечта о первом месте станет реальностью. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Не похоже, что она мечтает о первом месте. Я скажу, на что это похоже, юноша. Это похоже на серьезный комплекс. Спортивный комплекс. Физкульт, привет! Рукодельница вы наша. Уже ознакомлены? Да, что-то такое уже читала давеча. Отлично, значит, все в курсе. Соревнование состоится завтра утром. Твое участие обязательно. Как? Соревнование? Утром? Я же не в форме. И замечательно, что не в форме. Значит, и у других появятся шансы. Ведь соревнования должны быть абсолютно честными. Да я уж свое на лыжках отбегала. Пусть молодежь соревнуется. Молодежь? А на кого им равняться? Кто подаст им пример своей целеустремленностью, выдержкой и любовью к спорту? Но... И это не обсуждается. Но...
И запомните, сегодняшняя цель не победа. Не дай бог кому-нибудь из вас занять первое место. Стойте, бегу, бегу. Ой, а вы еще не начали? А я уж думала, все пропустила. Итак, все в сборе. На старт. Внимание. Марш. А что, уже начали? А я вспомнила, не забыла ли утюг выключить? Все-все, бегу-бегу. Марш. Ой. Это будет сложнее, чем мы думали. Молчи уж. Чего стоим? Стоп! Давай! Ой! Савунья! О, неужели я первая? Да не верится. Ой. Это еще что за честная борьба? Савунья! 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 За заслуженное первое место кубок вручается Савунье! Браво! Какая красота! Тут и надпись есть. За первое место Савунье! Погодите, а откуда вы знали, что выиграю именно я? Это что же, все было подстроено, да? Какая разница? Главное, ты получила первое место. Вполне заслуженное первое место. Вы думаете, мне нужна такая победа? Да, я не смогла когда-то стать чемпионкой. Скорее всего, уже никогда не смогу. Но я никогда не жульничала. И в тот раз свое четвертое место я заняла честно. А вы хотели лишить меня даже этого. Мне эта идея сразу не понравилась. Да уж, вышло как-то не камильфо. Ну что, аферисты, совесть-то мучает. Дорогая вы наша. Ах, да ладно. Я ж понимаю, хотели как лучше. Еще и кубок вон состряпали. Ах, ну юмористы, честное слово. Да мы его сейчас выкинем, и все. Ну зачем же, вот так сразу и выкинем. А пусть останется, в конце концов. Вы же его все-таки для меня сделали.
дорогая ты наша, за твои заслуги на ниве спорта, за вклад в оздоровительные процедуры, за спортивную честность. В конце концов, прими же от общественности этот скромный знак признательности. Даже не знаю, прям как-то неудобно. Ну, если вы уж так настаиваете. Браво, браво, браво! Браво, 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 браво! Все кричат «Браво! Браво!» и мне вручают этот кубок. Как все-таки это здорово! Это точно! Крош, нет, нет! На этот раз они нас точно убьют! Ёжик, в этот раз ничего плохого не будет! Я все рассчитал. Давай тогда позовем всех и посоветуемся. Ёжик, ты забыл, что наш новогодний салют должен быть сюрпризом для всех. Сейчас все увидят салют на небе, повыскакивают из домов, закричат «Крош! Ёжик!» Знаешь, сколько радости будет? На этот раз нам пощады не будет. Нам конец. Нельзя сказать, что я сильно удивлен этому. Я знал, что когда-нибудь нам придется бежать из этого райского уголка, полного радости, доброты и теплоты друзей, терпение которых нельзя проверять вечно. Как ты думаешь, они будут ухаживать за нашими домиками? Или же растащит их на запчасти. Если помнить, что мы учинили с их домами, это будет справедливо. Ой, ой, я, кажется, забыл под кроватью железную дорогу. Крош, нам нельзя возвращаться. Ёжик, это же лучшая в мире игрушечная железная дорога. Нельзя. Нельзя. Просто представь, что ее уже нет. Позволь мне хотя бы выразить свои эмоции. Только быстро. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Крош и Ёжика вроде лавиной завалило. Так идем же быстрее. Видишь, Ёжик, получилось так, как ты хотел. Теперь никто не будет от нас страдать. Мир терпел нас слишком долго. Он понял, что нас не изменить. Куда бы мы ни пришли, ты устроишь там погром и разруху. Ёжик, давай проведем наши последние минуты, не ссорясь. Будет неловко, если, когда нас раскопают, найдут застывшие фигуры испуганного кролика и свирепого ёжика. Сверху заметила чего-нибудь? Ничего нового! Кемерово. Омск. Краснодар. Рим. Морковск. Нет такого города. Морковск. Ну,
На этом свете нет, а на том, может, и есть. Давай-ка пока этим светом обойдемся. Мурманск. Ну, наконец-то! Абсолютный слух пришел. Васяш, хватит жевать! Ты мне мешаешь! И вообще, отойдите куда-нибудь подальше! Саратов, Вологда, Абакан, копайте здесь! Челябинск, Кострома, Армавир. Как ты думаешь, они могли нас откопать, чтобы потом убить? Ой, мы просто... Крош, ёжик, ну слава богу! О, как мы рады, что нашли вас! Ну, конечно! А мы-то как рады! Как здорово! Как это прекрасно! Давайте в честь этого устроим салют! Это была шутка! Шутка! Брест! Это Таганрог! Гатчина! Ёлки-иголки, опять на! Ёжик, это очень важно. Что? Что важно? Ты должен это сделать, ёжик. Ты только скажи, что я сделаю. Ёжик, если ты этого не сделаешь, то всем нам тогда... Я сделаю это, Копатыч, что бы это ни было. И он даже никак не намекнул? Он не успел. Заснул. Но это что-то очень важное. Что это вообще может быть? Ну ты попробуй представить себе, что ты Копатыч. Влезь, так сказать, в его шкуру, и тогда ты сразу поймешь, что Копатыч хотел сказать. Ух ты, ягодка-малинка, ух ты, ягодка-малинка, укуси меня, пчела. Как-то не очень, да? Да, пожалуй, не тот инструмент. Начни с чего-нибудь попроще. Ну что, уже представил себя Копатычем? Не совсем. Может, опять инструмент не тот. Так и заболеть недолго. Ух, был бы Копатыч с нами. Чаек бы поставил. Так я же звоню. Идем, Карыч, идем. Я сейчас, Карыч. Погоди. Думаю, Копатыч напоил бы тебя чаем с медом. Вот так-то оно лучше. Медок от простуды первое дело. Копатыч плохого не посоветует. Кстати, о Копатыче. Он ведь не сделал что-то важное. Помнишь? Укуси меня, пчела. Я понял. Извини, Карыч,
дело срочное. Какая глубина проникновения в образ! Я Копатыч, у меня срочное дело. Вот только где у меня дело? Должен это сделать. Друг мой, помогите скорее. С вечера поставил самолов, а тут мороз, ну и прихватило. Некогда мне, Лосяш, дело у меня срочное. Но, друг мой деловитый, какие могут быть дела превыше рыбалки? Я чувствую, там что-то феноменальное. Тяните, коллега. Укуси меня, пчела. Феноменально. Копатыч, ты не мог бы... Заходи, Копатыч, чайку попьем с пирожками, согреешься. Чайку с пирожками. Должен это сделать. Спасибо, Савунья, я не замерз, дело у меня срочное. С малиновым вареньем, с конфетами. Сейчас же! Фу! Плохой машина! Шлихт! Das ist schlicht! Плохой! Ай! Ай! Отстань! Оставь меня! Ай! Отстань! Фу! Тебе говорят! Да когда же это кончится? Нельзя! Фу! Плохой машина! Пин, ты чего туда залез? Я тут прибирался в гараже и немножко повздорить с моей бытовой техникой. Осторожно, Копатыч! Стой! Смотри! Мусор! Спасибо, Копатыч! Должен это сделать. Это очень важно. Это надо сделать. Это надо сделать. Надо сделать.
Да я даже не помню, как теплицу закрыл. Проснулся, думал, плакали наши бананы. Так ты что, совсем ничего не помните? А я чего-то натворил, да? Ну как же, вот такая рыбина. Нет, вот такая. Всю зиму печку топила. Всю зиму. Спас меня от безумный пылесос. Ребята, вот ей-богу, ничего не помню. Спал всю зиму, как убитый. А как проснулся, так и на тебе. Что же ты не возразишь? Ты ведь знаешь, что это все был ежик. Нет, это был не ежик. Это был медведь. Просто с маленьким ежиком у сердца. Hey!